Калима. Такое. Русскоязычное. Тёма, привет, Тёма. Спасибо. Тебе сколько годиков, Тёма? У меня племянник, который зовут Артём. Тёма. Я же сказала, хорошо. Все, завтра вот прям. Вот, привет. Thank you. Привет. Приветики, приветики. Шедевр, спасибо. Нет, спасибо. Марчелла, thank you. Thank you, thank you, thank you. Как с политикой начать? Не хочу, я нервы трачу свои. Привет. Я просто, я вот, да, вот они сказали, вот, вот их бомбили 8 лет. Чё же они не стреляли на протяжении этих 8 лет? Я вот только сейчас вот подумала, блядь. Thank you, thank you, thank you, thank you so much. Иди спать. Да вон, у меня 17%, пусть будет 10, и я... Вы увидите, когда у меня 10, у меня тормознет экран. Ну, поздно, я когда эмоциональная потом. Привет. Hello. Ну, реально диапазон... Конечно. Диапазон именно вот в таком времени, видишь, как, да? Марчелла, thank you so much. Надо как-то... Почему не спишь? I don't know. Нормально, спасибо. Спасибочки, спасибочки. Ух ты! Рамиль! Спасибо. Thank you или спасибо. Хз. Так, чтобы было понятно. Хоть, видите, вот человек сразу, вот видите меня такой с веночком, потом мне закидывают вот эти вот усики. Салам алейкум. Откуда из Молдавии? Ива, Рамиль, мне нравятся твои песни. Что за песни? Ладно, подпишусь, посмотрю, что это там, чтобы не забыть. Я подписала, чтобы посмотреть видео. Привет. Сияй, сияй. Это что, Рамиль поет? Ух ты!
Вот это круто. Встретила тут звезду. Еще у меня такая уже болит. Сиди так. Крутяк вообще. Че не спите? Вообще, дерьмо обсели. Сейчас, у меня ЧП. ЧП, ЧП. Тогда светло, так музыка все смотрится убого. Что? Привет, кто за что пойти спать? Из Молдовы. Кто с двумя ногами и руками за, чтобы пойти уже отдыхать? Я не сомневалась, что ты сейчас там поднимешься на рабочую. Привет. Ладно. Но я опять зайду так поздно сегодня. Но я не буду до такого времени сидеть, просто пораньше выйду. Ну, типа, завтра я зайду, но не настолько, надолго. Ого себе! Рамиль, спасибо большое! Сундучок на 100 монет. Молдаваночка темная, ты светленькая. Но не совсем молдаваночка. Капец. Чё, капец? Дядя, это ты скажи своей возлюбленной, которая у тебя на фотке. Я скажу, кто-то спец, поэтому... Пошёл, всё это тут. Такая... Меня зовут Инна.